Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Антона с ником Freedom Belarus. У нас сегодня роллинг, расстановочка талантиков, коллекционер, русский сервер, ничего себе порочный пакт. Бум-бум-бум-бум-бум, сейчас подумаем. Бог войны, хрень полная на нем. Не знаю насчет порочного пакта. Наверное, сейчас мы выбьем сначала героя. А потом будем думать над талантами, посмотрим, что и как. Так, находится он в гильдии Беларусь. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые, третьи, четвертые места. Битва гильдии, атака фортов. Нет информации, значит, они мне не участвуют. Желающие стать вице, помогать развиваться в гильдию, писать в ЛС, когда онлайн. Вот так вот, кидайте заявки, вступайте. А у нас... Донат, без донат, отлично. Что по героям? Так, по героям. Фобос, Космо, Трифит, Фрея, Командора, Ледяха, Ворожея, Культист. Ой, блин, да дофига, Капитан Рогатка, Бугимен. Куча недостающих героев. Можно сделать, конечно, вот так вот. Плюс 3700, но мы сделаем вот так вот. 45 тысяч самоцветов. У нас роллинг сегодня, поехали. Коллекционера я вам уже не раз показал. В принципе, коллекционер нормальный. Поехали. Шаманить на этом аккаунте. Так, слотов на складе нет. Супер. Ведьма. Кенди за 150, может это за 150 переролит, все, нет, конечно. Так, ладно, больше добавлять фея, блин, надо было фрейс, ну. Рандомчик, давай, седнушка. Триантик. Блин, столько роллингов сегодня, это просто жесть. Запомнить все на всех аккаунтах просто нереально. Так, ништяки, давайте пооткрываем ему ништяки, тогда будет попроще. Так, отлично. Не открыл все, посмотрим, что нам выпадет с этих имба-сундуков. Так, первый, карта вторая, неплохо. Второй. Так, хорошо. Третий. Камни агментации тоже нужны. 15 карточек. Отлично. СО вообще пойдет. 5 коробок. И тут тоже было бы неплохо, чтобы коробки упали. Так, ну тут нам упал скин. С карты нам упала. Нам упал малыш Ник. Ну, в принципе. В принципе, довольно-таки неплохо. Так, окей. Ну, нам надо космо. Без космо, блин, конечно, печаль. Поехали. Давай, рандомчик. Душек. Что-то, блин, сегодня как-то так печально падает. Вот посмотрите, вот как это назвать? Вот что это такое? Паладин, офигеть. Мы потратили 20к, и мы толком нифига не выбили, ребят. Везучий бездонат. Как-то печально сегодня падает, очень печально. Ну, это второй аккаунт, на котором уже, вот я смотрю, такая печаль. Короче, они победили нас. Поехали. Капитан Дрейк. Ну... Стрелок. Блин, вот раньше когда-то это было. Купидон. Это было круто. А вот это... Вот это оно. Ну что, поздравляю. Теперь у тебя на аккаунте есть Фрея.
Это именно то, чего надо было этому аккаунту. Не хватало фрайки, вуаля, пожалуйста. Хоть фраю вытащили, блядь. Потому что это реально пипец какой-то. Уже запарили эти троллинги. Сразу же можем сюда тыкать ей пакт как вариант. Отлично. Поехали дальше. У него, кстати, нормально героев. Для такого аккаунта. Дед Мороз. Смерть. Ну что у нас? Просто одна Фрея будет и все. Это ж не порядок. Заклинательница. Фрэнки. Гаргул. Сердцеедка. Блин, ну просто пипец какой-то. Шанс слива максимальный. Поехали. Поехали пробовать. Дальше что-то вытащить. Особо много здесь не вытащишь. Так, ну что? Давай, рандомчик. Давай. И мне кажется, знаете, у меня такое чувство... Афинка, отлично. У меня такое чувство, что мы даже слизни здесь не соберем. Одна Фрея свален. Ну хотя бы так. Асура, вот оно. И только я сказал такое чувство, и сразу, знаете, так только хоп-хоп-хоп, Леди Леос. Ну, нифига себе, Бог Грома, офигеть. Вот так вот обалденная концовка Роллинга, я считаю. Итак, смотрим. Свален у нас есть. Фрэнки есть. Капитан Рогатка. Называется, блядь, хороший роллинг. Ворожея нету. Ледяхи нету. Командоры нету. Космо нету. Фобы нету. Короче, в итоге, со всего роллинга, все, что нам отличное упало, ребят, вот посмотрите, у него реально кайфовые асура, я что-то не досмотрел. У него кайфовые герои, и ну это все есть, блин. Это просто пипец какой-то. Вот упало все, что есть. А круто упало, круто. Ну, блин, я думаю, что даже потраченных 45к ради Фрейи, я считаю, это того стоит. Даже если у тебя есть крутые герои, блин, ну, реально. Фрейя того стоит. Так, окей, поехали. Нам надо еще разобраться с талантами на аккаунте. Он попросил... Девятку можно было бы уже качнуть. Так, разброс. Смотрим так по героям. Череп без скина. Махатма как вариант было бы ей поставить, но там он не особо актуален будет. Ищем душика. А где душик? Душик, ау, ау. Что-то я, наверное, его уже где-то провтыкал. Так, душ у нас с разбросом. Окей. Сердцеедка. Пусть пока на ней побудет. Ложный. Ну, такое себе этот ложный. Честно говоря, он не особо можно сюда влепить. Ожог. Отлично. Ищем Родина. Ронька, Ронька, Ронька. Где ты? Так, здесь есть ожог. Хорошо. Землеройка. Землеройка, гнев. Ну, значит, сюда влепим. Так, ожива. Ожива, хороший вариант. Ищем триантика. Триант с оживой, правильно. Следующий вариант Сетна. Был бы Космо, влепили бы, не раздумываясь, для Космо. Бастион, отлично. Так, ну на Баст тут вариант, конечно, я бы, наверное, Анубису поставил. Ремка неплохо. Здесь этого хватит. Блин, Баст классный талант. Свален. Ставим на Свалена. Ожог плюс Баст будет валить не по-детски. Это можно допу влепить.
Даже сюда поставить. Еще один бастион. Ну, это пойдет на асу однозначно. Утекание. Ну, утекание можно поставить. Там Махатма у него, по-моему. Так, скорость это можно допу любому влепить. Беспонтовая тема. Огненка. Неплохо. Это пойдет на Рину. Милость пророка пойдет на укротителя. Корка. Корка. Рибит есть. Паладин есть. Пятерка. Кирим на допа. Так, ожива. Варианты с оживой. Ну, конечно, тут героев не особо много на эти варианты. Бигфут без скина. Тыковка. Ну, без тут оживу мы уже поставили. Стрелок. Ну, стрелку бессмысленно ставить. Да, вариантов тут на живу у него тоже не ахти. Каменку я, наверное, да, вот сюда поставлю пока временно. Теперь поставлю утекание, так будет получше. Так, ищем химку. Все отлично. Ну, оставим просто вот так вот. Вот так вот, ребятушки. Такой вот у нас роллинг. Пишите комменты, ставьте лайки. Ну, блин, как видите, только одна Фрея. Надеюсь, вам придет побольше. Всем удачи, всем пока.